Одно из условий развития регионов – это взаимопонимание руководства субъекта как с органами федеральной власти, так и с руководством муниципалитетов. Такое мнение высказал сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов в ходе делового завтрака Сбербанка, состоявшегося в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2012». Собравшиеся обсуждали конкурентоспособность регионов. Говоря об опыте взаимодействия с федеральным центром, Рустам Миниханов отметил, что руководство республики работает по существующим правилам. Необходимым шагом для развития региона президент Татарстана считает поддержку образования. По его словам, следует обращать внимание на всю цепочку образования от детского сада и до вуза. И второе – это инфраструктура, подчеркнул Рустам Миниханов. Он напомнил о заявленном проекте Камского промышленного кластера.